Так, кто меня не знает еще, представлюсь. Меня зовут Сергей Чураков. Я лидер двух компаний. Одной из них компания Access Corporation. Технологическая компания. Это Силиконовая долина. Вот очень хорошая такая вороночка. Значит, давайте рассмотрим на примере, как ее сделать. Написано вверху там бесплатно, дальше призыв к действию и введите ваше имя и ваш пароль и получить секрет. То есть человек кликает после того, как вводит, и дальше ему приходит на почту то, что вы указали в своей рассылке. И есть фон. Значит, как это осуществить на конструкторе UWeb, сайт билдере? Очень просто. Вот обратите внимание, форма, ширина этой формы, это примерно, это такая же ширина, как и с правой стороны, и с левой стороны. То есть, как будто экран у вас разбили на три части. И снизу написано ваш домен, и все права защищены. Это тоже можно поставить. Значит, с левой части берем текст, виджет с текстом. Вот так. И вставляем ниже. Ниже этой формы. Выделяете текстовку. Ставите значок выравнивания. Надо на полную открывать. Выравнивание, в общем, по центру поставили, инструменты, исходный код. И в этот исходный код вставляете код, взятый в JustClick, то есть код формы. Нажимаете ОК. Нажимаете сохранить, и должно у вас уже получиться. Сейчас посмотрим, что получится. То есть вот что у вас получается. То есть бесплатно, там 7 видео раскроют секрет, введите ваши данные, форму ниже, и я вам вышлю все бесплатно. И нажал. И получилась уже форма с вводом имени и e-mail. Теперь надо еще фон сделать. Фон сделать очень просто. Очень просто. Значит, с правой стороны. Сейчас посмотрим настройка блока. Так. Настройка блока. Еще такой момент. В настройке блока мы сделаем ширину, полную ширину, то есть чтобы на всю ширину экрана, независимо от того, какой экран, узкий, широкий, и нажимаем сохранить. Теперь получится следующее. Вот. Уже лучше. Уже лучше. И фоновую картинку. Значит, фоновую картинку. Нажимаете с правой стороны, наводите с правой стороны на три полосочки и фоновое изображение. Нажимаете на фоновое изображение, кликните на изображение. А здесь у вас, в общем, надо загрузить картинку. Нажимаете «Загрузить изображение». И можно загрузить изображение с разных мест. То есть можно просто открыть... сами исходники данной формы. В папке Images вот она находится, картиночка. Прям берите вот эту картиночку и мышкой перетаскивайте. Так, раз. И все, вот она картинка. И нажимаете на картинку. Так, теперь дальше. Позиция, где должна позиционироваться картинка. Вверху слева, вверху в центре. Вверху справа, посередине слева, по центру, посередине справа, внизу. Ну, давайте попробуем по центру. По центру, вверху, в центре. Ну, попробуем по центре, по центру. Так, повторить надо, не будем повторять. Приложение с прокруткой, ну, пусть будет с прокруткой. Дальше, с изменением размера. Обложка заполнена по ширине. Обложка без изменения размера. Пусть будет обложка. И нажимаем «Применить». И «Сохранить». Теперь обновим страницу. И вот что у нас получается.
у нас получился заголовок, подзаголовок и форма. Единственное, она как-то выглядит коряво. Что-то мне не нравится в этой форме. Что-то мне не нравится. Цвет сделать контрастным, то есть надо черным цветом. Значит, с черным цветом это значит надо сменить сам дизайн вот этого всего. Значит, это заходим в темы и выбираем, допустим, вот черную тему. Редактировать. Перейду на страницу. Так, бесплатно. Вот теперь черная тема. Сохранить. Обновить. Так, бесплатно. Так, теперь черная тема. И осталось картинку еще раз подгрузить. Фоновое изображение. И выбирайте картинку. То есть картинку на фоновое изображение делайте в последнюю очередь. Так, ну почти хорошо. Все-таки, когда я сделал на всю ширину, посередине слишком широкая. Давайте сделаю поуже. Чтобы сделать поуже, надо все-таки использовать колонки, где по три штучки. Три поля. Вот, три поля берем. И сюда переносим посередине. Посередине. И это тоже переносим. Нашу форму. Так. Ну, это можно удалить. Так, сохранить. Так. Бесплатно. Что-то какая-то ерунда. Так, выравнивание, выравнивание, ширина, полную ширину надо поставить. Вот, вот теперь все получилось. Бесплатно. И вот это серенькое, да? Так, цвет. Бесплатно. Значит, цвет тут поменять можно. Цвет текста. Берем сюда, нажимаем. И какой там желтенький цвет. Будет желтеньким. И жирненьким. Жирненьким, полужирным. Так. Дальше. Так, это все белое. Из тысячи. Тысячи подчеркнутые. Тысячи, тысячи. Находим слово тысячи. Тысячи. И сделаем его подчеркнутым. Подчеркнутым. Так, дальше. 7 видео. Они такими белым цветом сделаны. Нажимаем, выбираем белым. Дальше. Введите ваши данные, тоже белым. Выбираем, ставим белым. Так, и нажимаем сохранить. Так, уже лучше. Слово бесплатно длинное. Выделяем слово бесплатно. Так. И немножко его, может быть, уменьшить. Заголовок второй, допустим. Так. Вот видите, все меняется, все легко. То есть уже более-менее похоже.